Мы занимаемся кикбоксингом, а также стендапным управлением. Мы также знаем, что это есть дисциплины как K1 и Muay Thai. Надо сказать, что именно по этим дисциплинам так получилось, что у нас чемпионы вот такого возраста и победили. Один из них серебряный призер чемпионата Эстонии по Muay Thai. Второй из них бронзовый призер своей дисциплины. Каждый из них является чемпионом Эстонии. А любую более-менее нормальную программу можно существовать как минимум месяц, если только не целом сутки. Поэтому сегодня вкратце расскажу, что пока что такое кикбоксинг, основные курсы, мне будет ассистировать один из моих старейших учеников Валерий Ленарасов, который является чемпионом условий по кикбоксингу, призером чемпионата в Латвии, Стокгольма и еще. Наверное, он еще чего-то забыл. Так, послушайте, мне тут не трудно, а руки у меня будут заняты. Я попробую сделать так, как мне услышать этот микрофон. Если у меня здесь не получится, тогда нам не нужно ничего делать, хотя бы меня провизировать, это будет микрофон. Спасибо. Спасибо большое за такой микрофон, который вы хотите посмотреть. Раз. Меня слышно? Вот. Само слово кикбоксинг появилось в 1974 году, что есть кикбоксинг это мой ровесник. Дело было в том, что все люди, которые занимались контактными единоборствами, решили помериться силами и доказать, чье же кунг-фу лучше. В результате получилось так, что ничьё кунг-фу не лучше, а родился синтетический стиль, который впоследствии назвали кикбоксингом. Первый чемпионат мира прошел в 1974 году в Америке и месяцем позже чемпионат Европы в Западном Берлине. Оказалось, что все техники рук, которые применяют представители тхэквондо, карате и других видов, где, собственно, не используют перчатки, а поскольку как понятно, чтобы друг друга не травмировать, люди одели перчатки. Оказалось, что в перчатках классические техники не работают, а работает классический бокс. И таким или иным способом пришли все-таки к тому, что основной движитель это руки, и это руки из бокса. Ноги же являются компиляцией всех известных видов, что я сейчас и покажу. Базовым видом является кикбоксинг full contact, то есть это где? Ногами бьют только выше пояса. По этому виду до сих пор проводят соревнования, но, к сожалению, этот вид, как вид, уже начинает отмирать, потому что появились более новые, более жесткие дисциплины, такие как Muay Thai, K1, где работают по ногам, работают коленями, работают локтями. Но именно full контакт дает ту базу, которая делает бойца настоящим мастером. То есть бойцу фулл-контакта очень легко переключиться на другие виды, что очень тяжело сделать наоборот. Сейчас я вам продемонстрирую технику ног кикбоксинга. Итак, базовые удары. Раунд-кик, который может быть лоу-кик. Это уже в более контактных, жестких дисциплинах. Мой-тай, мидл-кик. Сейчас я это все сделаю в динамике, мне очень трудно говорить, а одновременно махать ногами. Также все эти удары могут биться с проносом. Я немножко удар завышаю, естественно, делаю его помедленнее, потому что иначе я его не могу контролировать, и моему ассистенту будет немножко больно. Также эти удары бьются в различных самых комбинациях. То есть, 6 два и
и бьют с разворотом. Далее, базовым, далее, являющийся правильный боковой удар, который очень часто вы видите в кинофильмах, на показательных выступлениях и визитной карточке кикбоксинга. Во многих федерациях является стилизованное изображение человека, который стоит вот так. Далее, очень популярный, действительно хорошо работает, удары ногами с разворота. Это то, что мы любим видеть в кинофильмах, на показательных выступлениях. А теперь мы просто чуть-чуть поработаем и покажем базовую технику рук-ног в связках. То есть то, что и есть, собственно, кикбоксинг, full contact. Требуется перфектная растяжка. Если кто интересуется историей К1, то, наверное, вы знаете, кто такой Энди Фук. Это один из первых чемпионов К1. Причем это человек с весом менее 90 килограмм. Выступал в абсолютной категории и был чемпионом. То есть это тот удар, который я сейчас показывал. Немножко Если этот удар попадает по голове или по плечу, он запросто сажает человека на колени. Итак, а теперь наши самые юные бойцы. Я с команды. Немного поработаю. Лайт контакт, то есть это то, чем занимаются эти дети. Занимаются они, наверное, года полтора. И за это время уже у каждого по несколько медалей на больших чемпионатах. Сейчас мы поработаем около минутки, и вы посмотрите, что могут сделать дети через полтора года занятий регулярно. Александр заниматься, он мог отжаться сколько раз, в районе 12. Теперь наказание такое, 100 раз отожмись, в принципе, делает и продолжает безобразничать дальше. Так, сейчас я хочу такую паузу, минутки на полторы,
Я чуть-чуть переоденусь, мы продемонстрируем вам технику K1 и Muay Thai. Мне надо чуть-чуть переодеться, пусть музычка поиграет с минутку, я успею. Красные удары. Лоуки. Игорь, ключик. Ключик от раздевалки. Всем спасибо за внимание.